Друзья, можно аплодировать, поехали. Столицы Австрии, сердце Австрии и снова на КВН. Ваши аплодисменты. Друзья, как вы знаете, мы обычно не просто так готовим игру, мы до этого 3 дня готовимся, у нас воркшоп был. Результат этого воркшопа будет сегодняшняя игра, а главным результатом это создание Альпийской лиги КВН, которая будет проходить здесь, в Вене, в Австрии. Я думаю, что наконец-то Австрия заслужила, чтобы не только Евровидение у вас проходило, но и КВН на постоянной основе. Давайте этому порадуемся и поаплодируем. Спасибо, друзья. Давайте уже будем начинать. Я иду на свое место. Можете попробовать. Это обычно самое сложное, что происходит. Смотрите, у нас все достаточно просто. У нас сегодня 3 команды, 3 конкурса, 5 членов жюри. Один из них сейчас сидит в зале. Вот. Ну что, давайте поаплодируем командам, которые сегодня у нас играют. Итак, друзья, ваши аплодисменты, команды на сцену! Друзья,
один из членов жюри сейчас находится в зале. Вы получили сейчас до этого красивые девушки, да, я помню, раздавали. Лотерейные номерки. Вот мы сейчас выясним, кто же из вас сядет за пятое кресло жюри. Кто из вас сядет вместо Сердюкова. Так, давайте, Лера, вот что-то выберет, пожалуйста. Номер 7, друзья, у кого номер 7? У вас номер 7, пойдемте к нам. Неожиданно, говорит мужчина баритоном. Здравствуйте. Ну что, ни пуха, ни пера. Шоу! Отлично.